Ой, я не то, наверное. Блин. Клинизация-центр. Тут чистенько, красиво так. Аккуратненько. Даже запаха вообще нету. А вот хозяйка, Любочка, Любовь Павловна. Приветик, Отелочка, куда ты пошел? Как ты поживаешь? Хромаешь, ой, какая у тебя лапка, ой, ты мой бедненький. Спасибо большое врачам, медсестрам, всем, да, кто тебя вылечил. Лялечка и Наталья Чеченкова передали врачам благодарность и низкий поклон. Спасибо им огромное. Отелло приехал домой. Вот такой у него. Смотрите. Бедненький мальчик. Бедненький. Да, похоже, у него немножечко не встает. Висит вроде, но у него тут не работает. Да, что ты плачешь? Домой приехал. Ну, хороший. Что? Что, опять к себе хочешь? Попил водички с дороги, наплакался. Куда ты хочешь? Отелло. Тебя любят. Да, куда ты? Куда ты хочешь? Что, забыл, что ли? Бедненький, как ходит. Давай тебе постелим. Да. Куда ты пойдешь теперь? Куда ты пойдешь? Куда? А? Ой, да. Ой, ты бедный мальчик. Ой, ты мой бедненький. Ой, ты Отелочка. Сейчас я тебе покормлю, вкусняшку дам. Да, я корм тебе купила. Он что-то еще тут, а, дренаж, наверное, поставили. Покажи свои лапки, ой, бедный котик. Не лежи, чешется, да, заживает. Да, да, Отелочка, Отелло. Полежать надо, да, с дороги устал. Ну, полежи, устаешь, да, вот ему хороший мальчик. Отелочка, поверни мордашку, то я тут трясу, тебя ищу, а? О, там какой хороший мальчик, мальчик-одуванчик, Отелочка. Да? Да, все, довольный, довольный. Мрр, мрр, мрр. Так довольно мрр. Ну скажи, мрр. Что ты? Что? Мрр. Довольный, домой приехал. А, ну да, он только так чуть-чуть. А так он на нее не это. Ну и чуть-чуть останавливается, похоже, но она у него не работает. Ну, может, еще рановато. Вот стой, вон. Стой. Вон, стой, вон, видите, она у него ступня нерв теперь задет. Без конца раны, раны. Все, вон она у него, да, нерв задетый, наверное, может, заживет. Ну, лежи, Вовку, Отелло. Мрррр. Тем. Мрррр. Покушал, попил водички.